Ой, извини, вы же меня не видите. В общем, так, вышло обновление Dark and Light. И вышли новые животные. Один из самых симпатичных — это вот такая вот киса. Здрасте, вот я. В общем, так. Она становится невидимой. Если чуть-чуть постоять, становится невидимой. Главное преимущество этого кошака — Кеши называем. Вот так он невидим. Тебе никто не нападает. Неважно, кто там был, никто тебя не видит. Например, в бою ты борешься с Мишкой, Хуишкой и так далее. Или чем-нибудь там другим. И ты вот так перестал его бить, стал невидимым. Все, Мишка тебя потерял. И к тебе интерес. Все, он тебя не видит. Все. Он лоханулся. Все. Ну, в общем, вы поняли. Что еще хорошо в этом не видит? АФКшный, может. Ну, как играешь на серваке, это обязательно. В общем, еще что. Ой, как красиво он обвязался. Атаки. Вот есть атака. Или, вы знаете, по лапкой машет или какашку прячет. Ну, не суть. В общем, атака. Большой ДПС, скорость атаки — это как бы из-за этого и большой ДПС. Поменьше ДПСа, но сильнее бьет, например, рожками, хуёшками. Вот так он бодается. Это плюс то, что рожками, не знаю, сейчас не покажу, например, на примере, рожками когда бьет по большой области. Даже когда сзади тебя животное, ты его дамажишь. Лапкой, пряча какашку, ты этого не можешь сделать. Что еще? Прыжок есть. Простой. Через пейс и так далее. И правой кнопкой. Она даже рычит. Все как надо. Правда. Убегает просто до ужаса. Есть еще одна способность. Очень хорошая такая. Я бы сказал. И это так. Колесик мышки. Сжимаем. Держим. Смотрим куда хотим. Не прокатило. Да ебаный кошок. Как всегда он не работает. В общем, это телепортация. Во, вуаля, сработал. С одного берега на другой. Во, видите? В общем, бежишь такой. Убегаешь от кого-нибудь, не знаю, от кого-то. Примем опять же того же косолапого Мишку. Взял и телепортнулся. Это как бы удобно. Все же Мишка тебя еще заметляет своим там лапкой и так далее. Как бы томление этого кошака очень простое. Берешь, усыпляешь кормушку под нос, там мясо закидывал или корм там какой-нибудь. Мясной и так далее. И в общем, все, прокатило. Вот, че, чувак привынул. Ну вот, на нем проверим удары. Вот, 98 лапкой бьем. Рожками 168. Удар частота реже, поэтому ДПС немножко меньше. Что еще? Ну, пошли попробуем. Покажу вам на примере, как насчет атаки идет. О, извините, вот эту штуку надо собирать. Кто играет ДНЛ? Обязательно собирайте вот такую штуку. У них всегда бывают снежки. Вот, например, лапа какого-то червя непонятного. Это как бы очень надо. Блин. Вот минус кошака. Сразу. Ты слез, он спрятался. И хуй найдешь. Играем прятки вечно. Так. Где-то видел урон. О, жаба. Противная тварь. Если ты играешь, например, ты знаешь уже, если встретил ее. У нее очень хороший плюс. Сука, она тебя проглатывает целиком, еще и переваривает. Благо, на кошке она такого не может сделать. Вот, например, ударим жабу, она нас бьет, мы подождем. Мы должны пропасть, по идее. Пропади же уже. Блядь. Вот, убегаем. Ей интереснее это, короче, сова ебучая. Ну, вставляем задницу. Если мы бьем, мы не можем по ней попасть. Рожками мы бьем по всей области и добиваем даже кто сжат. Задницу. Это очень хорошая вещь. Что еще могу я этой кошке сказать? Ну, например, недавно было то, что она
попадая в воду, где глубина побольше, где надо плавать, она сбрасывала седока, и все, типа, угоняйся за ней как хочешь. Сегодня вроде уже это пофиксили. Как бы вот такой вот кошак. Советую томить. Довольно-то фановый, красивый. Ну, это вот поворот головы, это классика жанра у этих разработчиков. Но это как бы у них не отнять. В общем, такой миленький кошак. Блин, солнце светит, ничего не скажешь. Так что советую. А, седло. Очень большие вопросы бывают по седлу. У всех довольно-то седло качается у фракции, так как вы вышли еще несколько фракций, типа 4 фракции. Там есть какие-то сатиры, савриане, горгона и некроманты. Так вот, седло скачается у сатиров в ранге джангл. Ранг, это будет на 3-м ранге, откроется каша сайдов. То вот, качайте, крафтите. В общем, состав. Видите, есть типа в составе кожа. Там очень редко это тоже с этого сатирской фракции. Крафтишь кожу, это шкуру берешь. И редкую кожу, и крафтится такая вот шняга. И хвостики каши. Самого каши хвостики. Их можно найти в статуэтках, как я раньше пока вот собирал одну. Сейчас только что. Редко, но метко, но можно найти. Либо убивать элитного кашу. То есть крафтить вот такую штуку. Вот такую. Подойти к алтарю. Например, сейчас покажу на примере, какой, как он выглядит. И там должно быть нарисована именно такая картинка, что вам надо убить. Вот, мы видим алтарь. Здесь, конечно, будет не кошака алтарь, но все же это. Плюс-минус на показатель. Только что показать, что там можно вызвать. Тут можно вызвать, например, вот, элитного буфа. Нажимаю вот этого, где моргает, в общем, фигня, и там будет показано, что вам надо. Если уж не иметь читать, и картинки надо, ну вот это для субботы будет. В общем, вот так, элитный буф вот тут. Есть такая значок, где нарисована вот такая штука. Типа элитный кеш. Она находится, типа, в красном маленьком лесу. Здесь есть два леса, один большой, другой маленький. В общем, там убиваешь этих кеш. Падает обычно 3 хвоста, бывает и 4, но обычно 3. На седло надо 8. Придется попотеть. Вот такие как бы пироги. Такой я обзор напишу. Встретимся на следующем видео. Сейчас только добью этих пизиков. Вот. Ну что, всем пока.